Да. У нас в студии сейчас в гостях вокально-хоровой ансамбль «Лира» Центра творческого образования «Престиж» и руководитель этого ансамбля Светлана Родионова. Доброе утро. Доброе утро всем. Сейчас будем наслаждаться хоровым пением, но буквально пару слов поговорим с нашими гостями. Дело в том, что вернулись с успехом из Алматы лауреаты второй степени международного конкурса фестиваля вокально-хорового искусства. Поздравляем. Спасибо большое. Да, безусловно. Большое спасибо. Расскажите немного про вот этот фестиваль-конкурс. Что там было? Что исполняли? Ну, в конкурсе принимали участие ближние зарубежья, Казахстан, коллективы Казахстана и коллективы Киргизии. Там были коллективы и института, и колледжа музыкального, и детские коллективы. Вот. И основным требованием конкурса было исполнение песни на казахском языке. И членам жюри понравилось в нашем исполнении песня «Илигай», которую мы учили. И язык учили? Сложно же было. Ну да. Мы пытались и фонетику, и слушали, пытались фонетику воспроизвести правильно, и по интернету слушали, и приглашали консультанта, чтобы все это было достаточно профессионально. Сложно, конечно, представляю. Да. Ну, вот такой вот опыт положительный у нас получился. Очень хороший результат этого. Да, видно было, что хорошо выучили все. Ну, а сейчас что услышим? А сейчас в исполнении девочек прозвучит произведение Степаненко «Белые птицы». Отлично. Да. Итак, слушаем, наслаждаемся. Спасибо, присоединяемся к аплодисментам. А скажите, вообще, в принципе, у вас в репертуаре что? Что исполняете? На чем специализируетесь вы весь? Мы исполняем разнообразную музыку, но в основном это классика. Это музыка и Моцарта, это музыка и Баха, русская музыка, народная музыка. То есть вот разноплан, но академическое направление. Ну вот вы говорили о том, что на казахском языке учили. А еще, в принципе, были какие-то вот такие сложные в исполнении, необычные, может быть, какие-то партии? И,
музыка казахская, она сама по себе не очень удобная, да, и там где-то синкопы, где-то еще что-то, то есть вот в этом плане было, но справились. Ну, а что дальше? Вот один конкурс покорили, планы, в принципе, да, неплохой результат. Ну, дальше. Вот на будущий год в августе месяце будет проходить творческая школа в Ленинграде, хоровая. Сибирские хоровые коллективы собираются в Ленинграде. И собирать будет нас РАЛКО Дмитрий Валерьевич, хормейстер Мариинского театра. Я надеюсь, что мы попадем туда, в эту творческую школу, и посмотрим Питер, и покажем себя, и научимся еще чему-нибудь новому. Ну, мы будем ждать этого, да, уверены, что у вас все получится. Спасибо большое.